Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о способах заработка в интернете, которые доступны даже школьнику. Эту тему я решил затронуть, потому как я вспомнил старые добрые времена, когда я сидел и искал, как бы заработать денег в интернете, тогда еще, когда был сам в школе. Конечно же, все из вас перепробовали множество способов, смотрели сайты с оплатой за клики, с оплатой за прочтение письма или просмотр видео и прочую эту ерунду, которая практически, можно сказать, не платит денег вообще, потому что платятся сущие копейки, которые даже недостаточно для того, чтобы снять деньги с того сайта. Поэтому про такую всякую ерунду, как VMmail и SEO Sprint и прочие сайты, я даже говорить не буду и их показывать тем более. А поговорим мы о реальном заработке, который возможен даже без вложения денег. Достаточно инвестировать сюда только ваше время и старание. Ну и, конечно же, без желания заработать тоже не обойтись. Итак, о каком же заработке мы сегодня с вами поговорим? Я буду говорить о возможности заработать на продаже партнерских товаров. Деньги заработать можно здесь достаточно разные. Зависит все от оборотов продаж, от способов вашей рекламы, как вы будете раскручивать себя и партнерские ссылки, и от самого товара и продавца этого товара, а именно от его щедрости, то есть сколько он сможет вам дать вознаграждение за продажу того или иного товара. Товары бывают разные. Это может быть игра, может быть какой-то обучающий курс или программа и многие другие варианты. Где же взять такие товары с возможностью продавать их по агентской ссылке, при этом не нести ответственность за сам товар, переложить все хлопоты по доставке товара, все консультации, все эти заботы вы можете переложить на обладателя товара. Вам нужно лишь привести человека, который готов его купить. Итак, давайте рассмотрим несколько вариантов. Первый – это сервис DigiSeller. Это самая крупная торговая площадка в Рунете, которая предоставлена сервисом WebMoney. DigiSeller охватывает в себе несколько торговых площадок – Plati.ru, VM-центр и сеть собственных магазинов тысяч и тысяч продавцов. И это позволит нам найти те самые товары, которые вы сможете продавать. Даже на самой главной странице мы можем найти любой товар, используя поиск. Вот мы попали на одну из площадок, которые относятся к DigiSeller, это Plati.ru. И что мы здесь видим? Партнерам. Вознаграждение партнерам 0,15 центов. Да, конечно, это мало. Но есть, если хорошо поискать, и искать можно не на сайте, а используя фильтры, которые доступны на сайте DigiSeller, то мы сможем найти такие партнеры, таких партнеров, которые готовы нам заплатить за покупателя куда более стоящую сумму. Ну, в принципе, 0,15 центов тоже можно использовать, если оборот продажи достаточно большой. И вот мы видим количество продаж. 4443 продажи в общем этого товара, и последняя была час назад. То есть, если вы будете продавать такой товар несколько раз в день, то это уже один товар будет приносить вам доллар. Если таких товаров будет больше, то это несколько десятков долларов в сутки, что вполне неплохо. Для начала авторизуемся. Итак, мы авторизовались на сайте DigiSeller. Если же вы здесь не были никогда зарегистрированы, то, конечно, вам нужно сперва пройти процесс регистрации. Он достаточно прост, и если что, на YouTube есть видео на эту тему. Когда мы зашли в личный кабинет, нам нужно пройти во вкладку «Магазин». Здесь мы видим каталог, который мы формируем самостоятельно. Это наши категории магазина и товары. Нажимаем «Добавить товар». И если же у вас нет своего товара, и вы хотите зарабатывать, продавая чужие товары, получая вознаграждение за это, выбираем вкладку «Добавить партнерские товары». И как мы видим, появляется окно и сотни-сотни товаров и продавцов. Сделаем сразу побольше на одну страницу товаров. И мы можем отсортировать по количеству продаж. Конечно, лучше всего выбирать по количеству продаж, потому что ставить и рекламировать ссылку
рекламировать ссылку только из-за большого вознаграждения, но товар, если такой никому не интересен, смысла нет. Поэтому выбираем количество продаж за месяц по убыванию и видим популярный товар. Итак, вот допустим 24 рубля за продажу. Добавляем его. 14 рублей. Добавляем. Ну и таким образом мы выбираем товары, вот 79 рублей. Вы добавите его так один раз, а продавать сможете неоднократно. Так, 54 рубля. Доллар. Сразу доллар. Так, 49. В общем, таким образом мы нажимаем добавить товары. И вы получаете данные товары к себе на страницу. Что дальше? Вы можете взять HTML-код этого товара. Вот, допустим, партнерская ссылка на страницу оплаты товара. Или на страницу описания товара. Вот окончание этой ссылки, это говорит о том, что вы привели этого человека, который собрался вас купить товар. Это номер вашего счета на DigiSeller. И если человек, перейдя по такой ссылке на сайт Платье.ру, совершит покупку, то вам автоматически придет вот 82 цента. Также с другим товаром. Вы можете взять ссылку на страницу с описанием или сразу на прямую ссылку для оплаты. Давайте посмотрим, как она выглядит. Сервис оплата инфо. Здесь покупатель указывает его электронный адрес и оплачивает любым удобным способом. Вы получаете автоматически свое вознаграждение в размере 1 доллара, если не ошибаюсь. Нет, 79,9 рублей. Итак, давайте вспомним, с чего мы начинали. Конечно же, вы видели все сайты типа VMmile и прочую ерунду, где вы даже доллары, наверное, не заработали за все время. Либо же вы просто делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях, в видео на YouTube, в комментариях, на форумах. Вы можете найти целевую аудиторию, которая интересуется в том или ином товаре. Допустим, что это за товар? Это у нас, вероятно, ключ для Windows 7, Windows 8 и так далее. Как мы можем его продать, этот товар? Вы просто заходите в ВКонтакт, допустим, заходите и ищите группы. Всякие группы, которые связаны как-то с софтом, с техникой. Ну, возможно, в группе ключи Windows смысла нету публиковать. Ну, с другой стороны, может, и есть, как кто его знает. И здесь где-то публикуете ссылку. Описание можете скопировать прямо с сайта, откуда вы берете товар. Вот оно здесь есть. Вы можете часть какую-то скопировать, прочитать и вставить, и написать. Также вы можете создать свою группу ВКонтакте и в ней уже размещать прямо подряд свои товары. Там между делом писать интересные посты, чтобы люди заинтересовались в вашей группе и подписывались. И через раз делать ссылку на товар. Также вы можете создать свой собственный магазин на основе этой системы DigiSeller. Создав магазин партнерских товаров, вы уже сможете получать доход на постоянной основе. Когда вы создадите магазин на собственном домене, вам уже не нужно будет постить ссылки в группе, копировать описание, вы просто выберете товар одним кликом по мышке, и товар будет всегда находиться у вас в магазине. Аудитория будет вашего сайта расти, и время от времени у вас люди будут покупать. Вам уже не придется щелкать по каким-то там рекламным объявлениям, делать какие-то задания за копейки. Это полностью автоматический доход, и от вас не требует усилий. Думаю, это видео будет полезно людям, которые только начинают зарабатывать свои первые деньги в интернете. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До новых встреч!